Накануне Всемирного женского дня во Дворце культуры Хортицкий собрались работницы коммунальных учреждений, образования, культуры и медицины. Среди них Елена Полухина, которая 2 года занимает должность режиссера в Дворце культуры. Я думаю, что я нашла в этом свое призвание, вышла на свою дорогу, где меня ждут еще очень много сюрпризов. Мы уже сумели добиться успехов со всем творческим коллективом нашего дворца. В преддверии праздника для женщин района организовали концерт. С наступающим днем весны и красоты их пришли поздравить депутаты городского совета от оппозиционного блока. Нам, женщинам городского района, повезло. Они большие профессионалы в своем деле. Поэтому у нас в Хортицком районе один из самых лучших коллективов. С праздником, дорогие женщины. И сегодня мы от депутатов депутатского корпуса хотим всех женщин поздравить с их праздником. С праздником женственности, с праздником весны, с праздником красоты. Мы хотим пожелать нашим женщинам каждый день, чтобы у них был как настоящий праздник. Несмотря на существующие в обществе дискуссии относительно отмены Всемирного женского дня, депутаты оппозиционного блока считают, 8 марта должно оставаться красным днем календаря. Сегодня правительство предлагает отменить этот праздник, но мы никогда не изменим отношение к весне, к всему прекрасному, к любви, которая сформировалась у нас за многие поколения. Во-первых, у наших бабушек, прабабушек, у наших мам. Поэтому я считаю, что данный праздник должен быть. Он напоминает мужчинам о вечном. Депутаты оппозиционного блока, кроме теплых слов, приготовили подарки для женщин района, которые вместе с праздником 8 марта отмечают свой день рождения. Среди них и Елена Полухина. Презенты от депутатов стали настоящим сюрпризом. Мне сказали, что дадут грамоту. Оказалось, что дают подарок. Тем более приятной неожиданностью было то, что его вручили мужчины, да еще самые лучшие мужчины нашего Хортицкого района. После торжественной части для женщин Хортицкого района выступили местные танцевальные и вокальные коллективы.